Прежде чем вы посмотрите этот ролик, обязательно переходите в наше ВК-сообщество. Там выходят эксклюзивные видео, которых вы нигде больше не увидите. Не забывайте лайкать и комментировать. Всем приятного просмотра. Всем привет! И вы на канале Цуепа! Сегодня мы играем в игру «Степень риска». А правила сейчас объяснит Лера Симка. Класс! Итак, ребят, есть такая игра, называется «Степень риска». У нас есть числа от 1 до 30. Грубо говоря, задаю я Милане задание. Милана, кинь свои кроссовки в воду. И спрашиваю, насколько для нее это рискованно. Она говорит, ну, пятерка. И мы на счет 3. От 1 до 5 называем число. И если она попадает в цифру 2, как и я назвала тоже 2, то она выполняет это задание, выкидывает свои кроссовки. Ладно, Версавия, тебе задание. Просто сейчас подходишь к мужичку и говоришь, типа, можно я у вас бороду сейчас отрежу, мне надо для волос своих нарочных. Давай, степень риска какая? Раз, говори. 9, давай. Раз, два, три. 7. Хорошее было задание. Да, да, ты мне? Давай. Да, иди подойти к охране и скажи то, что я хочу. Можно вашу кепку? Можно вашу кепку. Окей, давай. А на сколько это риск? Ну, как будто будет 25. Хорошо, давай. Раз, два, три. 17. Да блин, я думала, что в 17 начнется. А задайте 20. Мне. Короче, Жека, я придумал. Вот яхта, залезть в яхту и сказать пацанам, пацаны, а можно с вами? Давай. Давай. Степень риска 3. Давай, раз, два, три. 3. А теперь такой же тебе степень риска. Давай. 4. Раз, два, три. 4. Иди! Пошел! Let's go. Ну, на себя, брат, потяни. Не-не, закрыто. Ну, бро, тогда допрыгивай, что делать? Или кричи, брат, я не знаю. А можно с вами? Да? А вы еще не будете кататься? Скажи, можете вы мне дверь открыть хотя бы? А можете хотя бы дверь открыть, пожалуйста? Скажи, я вам скину 5 тысяч на карту. Я 5 тысяч скину. Просто за открытие двери. Давай, 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 уговаривай, просто брат. За открытие двери 5 тысяч. Давайте, давай, давай, дожимай, бро, дожимай. 5 тысяч, бро, 5. Ему просто нужно зайти просто и просто зайти, ступить открыть. На яхту и уйти, Это задание его. И все, все, все. Что нету? А ты просто открываешь. Давид, все, есть тема, 5 тысяч, все. Она говорит, она согласна. Нет, сначала, нет, только не давай. Она открывает дверь, калитку, ты даешь и забегаешь. Давай. Понял, такая тема должна быть. В любую яхту, брат, забегай. Но это уже не ребята, это извините, будет скучно, у меня брат, задание. Ребята, извините, у меня задание. Скучновато. Ребята. Давай, прыгай, прыгай, прыгай к ним прям, садись за стол, давай, брат. Я с вами просто. У меня задание, извините. Извините, у меня задание. Все, спасибо. И мальчики. Просто нас из Сочи завтра выгонят. Уже. Ой, извини, пожалуйста. Ох. Чуть-чуть поотдыхать можно вот здесь, поняли? Можно порулить, можно полежать. Ну, что хочешь делать. Ну, в общем, поспать, там есть кроватка. Ну, я поехал, короче. Смотри, Лера, иди сюда, тебе задание. Ты себя ведешь как квадробер, допустим, именно ты себя должна вести как корова. Ты медленно вот так ходишь, вот так. Вот так вот, поняла? И подходишь, и заходишь так в магаз. Степень риска, давай. Степень риска до магаза. Давай, в магаз ты заходишь. 10. 10. Раз, два, три. 8. Еще раз. Заходишь туда точно так же. Давай, степень риска. Раз, два, три. 7. Все, третья попытка. Давай, степень риска. 5. 5. Раз, два, три. 4. Не мое займешь, Милане. Давид, 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 Давид. Я был на двух лодках. Хорош, ты выполнил. Степень риска, ты сейчас превращаешься в квадробера и ведешь себя как собака, вот так вот. Ой, как корова. Ты вот так идешь медленно, и вот так. И вот так заходишь в магазин. Степень риска, поехали. Степень риска 6. Давай. Раз, два, три. 6. Три попытки. Давай, тебе такое же. Давай, давай, степень риска 9, поехали. Раз, два, три. 9! Не мальчик. Фух, никого нету. Наконец-то можно спокойно поиграть. О, Жека, вот ты где. Блин, слушай, Давид, может быть у тебя какие-то дела есть? Не-а, никаких дел, абсолютно. Слушай, а давайте кое-что покажу. Смотри. Это Genshin Impact, приключенческая игра с открытым миром, где можно делать абсолютно все и сбежать от реальности. Во всем мире прямо сейчас 60 миллионов людей играют в Genshin Impact, а в Тайвайте живет более пятой части российской молодежи. Ты представляешь, сколько это? Звучит круто, а почему она такая популярная? Причин много, бро. Крутые разнообразные персонажи с проработанным стилем, полное погружение в огромный открытый мир, увлекательный сюжет и, конечно, красивая музыка. Тайват — это мир, в котором начинается твое приключение, с 7 уникальными регионами, которые можно исследовать. Каждый регион в Тайвате владеет уникальной культурой, от архитектуры до обычаев. На своем пути ты будешь встречать разных персонажей с разными качествами и стилями.
Образы не ограничиваются двухмерным миром. Игроки могут постепенно узнавать о персонажах, взаимодействуя с ними. А совсем недавно вышло обновление 5.0, и теперь мы можем попасть в Натлан, красивейший 6-й регион, вдохновленный Латинской Америкой. Здесь люди и драконы живут в гармонии друг с другом, поклоняясь Пиро Архонту. А еще добавились новые персонажи. Умелая серфингистка Моалани, гений скалолазания Качина и ловкий как Человек-паук Кинич. Также игроков ждет новый квест Архонтов. Он супер интересный. Кроме того, сейчас в игре вас ждет несколько специальных бонусов. Бесплатный 5-звездочный персонаж, 1600 камней истока и 10 переплетающихся судеб и многое другое. Понимаю. И вы откройте новый мир, скачав Genshin Impact по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Не забудьте использовать бонусный код на экране, чтобы получить приятные плюшки для легкого старта в игре. У каждого путешествия есть начало, так почему бы не сегодня? Ладно, сейчас становишься вот за ту стойку и говоришь: кукуруза, недорого, 50 рублей, кукурузы нету, поехали, давай себе риск. Ну, тройка, да. Давай, раз, два, три. Три. Семь! Ой, стоп! Все, она неправильно, все, иди. Давай еще раз. Нет, все, да, ты должна. Я правила забыла, давайте еще раз, правила забыла. Три, да, давай, раз, два, три. Один. Давай, громко, кукуруза, горячая кукуруза, 50 рублей, недорого. Прям на всю одну минуту кричишь. Люди, кукуруза недорого, 50 рублей, сосиски в тесте, Липтон, Кока-Кола. Извините, пожалуйста, что горите у вас? Кукуруза недорого, можно, Липтон, можно купить, сосиски. Можно купить, пожалуйста? Да, что можно. У вас, извините, что у вас кукуруза недорого, 50 рублей. Что кукуруза? Что? Не слышу. Сосиска в тесте, кукуруза, 50 рублей, недорого. Короче, ребят, мы сейчас с Давидом придумали задание девочкам. Они сейчас берут, подходят к парню, каждый из них выбирает парня. И знакомятся обязательно до номера телефона. То есть им нужно взять нам номер телефона парня. А и теперь, втроем, а теперь это мы вам втроем задаем, степень риска ваша, определяйте ее сами. 10. От 1 до 10. Вы называете абсолютно разные числа. Если мы с Давидом хоть в одно попали, вы это делаете. Поехали. Раз, два, три. 4! Кто из вас сказал 7? Ты. Сказал 4, что вы вместе сказали? Все, вы это делаете все втроем, поехали. Чего? Я сказал, если хоть в одно мы попадем, let's go, все, берем. Идемте вместе. Да мы вместе идем, ты говоришь. Ты говоришь, мы вместе идем, все, да. Можно твой номер телефона, пожалуйста? Вот так всегда. Ты снял это, бро? Испугался меня. Просто убежал. Версавия, иди сюда. Вон, пацан. Быстрее. Это твой, давай. Версавия. Извини, пожалуйста. А можешь ваш номер телефона? Зачем? Просто. 963. Смотри, все, спасибо. Версавия выпила, Лера и Милан до сих пор не выпили, просто вафли, ребят. Реально, просто Версавия сделала уже. Лера! Просто жесть. У меня два пацана убежали от меня, это третий. На самом деле, чуваки, знаете что, какая мысль, как бы странно не звучало, но у девчонки намного легче взять номер у парня, чем парню у девчонки, и это факт. Может быть, девчонки страшнее, да, но взять легче, сами видели. Просто можно номер? Сразу дал. Чё? Нам столько нужно действий выполнить, чтобы взять этот номер. Здравствуйте, извините, что я вас отвлекаю. А не хотите познакомиться? Да нет, ничего, просто вот желание возникло такое. А можете дать свой номер телефона? Нет, все нормально, что не сливать, ничего не будет. Хорошо. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Хорошо у меня. Осталась Милана. Самое главное, смотрите, ребят, сейчас выходит на охоту bad girl. Мне кажется, у Миланы, Милана, знаете, как может номер получать? Она вот так подходит, типа, такая. Быстро номер дал. И все, номер дал. Я вот так вот номер дал. Вот, в маке. Здравствуйте. Давид, степень риска. Заходишь сейчас в магазин шипы и розы и говоришь: можно мне, пожалуйста, все цветы, которые у вас здесь есть? Я покупаю все. Вот так вот достаешь наличку и показываешь, что там бабок. Вот так вот. Она все собирает и говоришь: а хотя ладно, извините, я передумал. И уходишь. Давай, 30. Степень риска 30? Да. Хорошо, давай, раз, два, три. 29. Не, ну это правда жестоко, мне жалко работника. Но красивое было. Задание, такое, да. хорошее. Но оно понял. Очень жесткое. Давай, Версавия, тебе такое задание. 20. Семья риска 20? Да. Поехали, раз, два, три, 20. Смотри.
как ты делаешь? Смотри, ты заходишь и говоришь: здравствуйте, показывай деньги, не бойся, типа. Смотри, смотри, показывай деньги, да, типа. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я хочу маме подарок купить. У вас все цветы, которые вот здесь есть, запакуйте мне. И вот так ложишь деньги значит, на стол. Нет, давайте смотри, не... стой, слушай, слушай. И ложишь деньги на стол. И вот так смотришь, типа, да, заверните. Если она что-то будет спрашивать, типа, ты говоришь, да, в обёртку, все цветы. И она все складывает. И потом такая: ах ты не, я передумала. И уходишь из магазина. А можно хотя бы 20 тысяч вот так. А потом ты ей дашь, типа, ты 10-15 за неудобство. Все, let's go, давай, делай. Здравствуйте. Мы хотели бы купить, ну, на что хватит денег, хотим маме подарить подарок цветы. Сколько хватит на них? Выбирайте, какие вам больше нравятся цветы. Давай несколько возьмем их. Да, давай побольше прям. Давайте вот эти фиолетовые с... Я забыла, как называются эти цветы. С ромашками вместе, потом розы. И какое-нибудь на свое усмотрение собрать букет. На свое усмотрение собрать букет тут. И эти... И розы, да. Там их снимают. Там блогеры какие-то популярные, что такого. Я просто не знаю, честно. А, нет, вроде суфа, если я не ошибаюсь. У нас какие-то вот цветочки не совсем свежие, я бы сказала. Это свежие цветы. Вот эти сегодня приезжали, вот эти вчера, вот эти тоже вчера. Эти ну, у них прям головы, вот прям вот, как бы, не знаю, ну, я что, тебе в Версаве прям нравятся здесь цветы? Никогда вяло. Ты же хотела прям вот огромный букет, что-то розы, много чего-то как-то. Да. Ну, я не знаю, ты какой хотела? Не хочу, давайте. Пойдем. Но суть в чем, ребят? Вы думаете, нифига, что за задание такое? Нет. Она потом ее, так сказать, отблагодарит за это. Даст ей там 1020-30, чтобы она не обижалась. Она типа, видишь, все достала, а потом все нормально будет, уладит. За неудобство 1020-30 доплатит. Извините, это был пранк. Все, поемте обратно. Все, она начала собирать цветы, посмотрит, что они вялые, и поемте. Давайте я сейчас быстренько дам 20 тысяч. Все, и она... Пойдемте на них 20 тысяч вместе, я не хочу выйти одна, пожалуйста. Нет, наоборот, ты сделай круто, ты одна, ладно, ты просто... Извините, за неудобство, давай 20 тысяч. Извините, пожалуйста, за неудобство. Вот, возьмите просто. Просто нужно было задание такое. Саня, подожди, пожалуйста. А? Нет. Возьмите. Нет. Возьмите. Это просто для неудобства. Просто мы снимаем ролик, сейчас там экстрим челлендж. Возьмите. Возьмите хотя бы 10. Вот. Все. Спасибо вам большое. Короче, рассказываю, мы заходим, я говорю, ой, у мамы хочу подарить день рождения, давайте этот и все цветы, которые есть, вместе собрать. Она начинает собирать, такая, потом Таня начинает говорить, ой, они какие-то вялые, давай пойдем. Она такая, ой, все, не надо, ушла. Нет. Потом я подхожу, говорю, извините, пожалуйста, за неудобство, даю 20 тысяч. Она говорит, нет, мне не надо, нет, я не буду, уходите. Я отдала 10 тысяч, положила ей на стол и ушла. Все, молодец, круто. Ну, это жесткое задание. Крутое. Теперь еще раз, так 5 раз делай, и все, и мы заканчиваем. Давид, иди сюда. Тоже самое, потому что это очень мега позорно. Давай, бро, всем разворачивайся. Пошли вон отсюда, мы не будем фоткаться. Степень риска, давай. Так, давай 17. А, 17? Все, давай. Раз, два, три, 15. Блин! Давайте, у меня есть другое задание. Кто? Давайте, Жень, ты. Давай. Короче, ты идешь сейчас в магазин, там, где ты покупал эту футболку. Так. Берешь любую футболку, любую футболку, просишь фломастер и просто сам рисуешь все, что хочешь. Так, а потом что? Не, просто выбираешь. Вот это 13, брат. Выбираешь любую футболку, вот такая, ой, а можно эту, пожалуйста? Можно, а это сколько стоит? Все, по-моему, можешь фломастер, и потом пишешь Все, и говоришь, фу. Ну, не окей, давай. А да, давай, степень риска 29. 20 на 10. Раз, два, три, 11. А ты сколько сказала? Что-то 11. Ну и все, типа. Лера, вот видишь, там написано рыбный ресторан. Ты заходишь и скажешь, а у вас есть мясо нормальное, а не рыба вот этого? Давай. 7. Давай. Раз, два, три. 6. Let's go. Возьми GoPro. Я так и знала. Типа, смотри, давай какую тебе роль придумаем. Подожди. Давай. Ты вот тот самый капризный гость. Чуть быч. Вот, типа, побыч надо. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему у вас рыбный ресторан? У вас мяса нету, типа? Она говорит, есть. Ты такая, покажите. Она выносит, ты говоришь, а почему так мало? Мало мяса. Она говорит, девушка, ну это рыбный ресторан. Ты такой, ну мне нужно мясо. Почему у вас рыбный ресторан? Мне нужно мясо. Вот это, поняла? И быч. А что есть помимо черной икры осетра? Типа странное. Ну это фламинго, мне кажется, здесь есть. Я скажу, а у вас есть фламинго резаный? У вас же называется кафе «Фламинго», девушка, я не понимаю. Так, посмотрим меню. Девушка, а у вас есть черная икра осетра? Нету? А фламинго розовый? Так у вас же фламинго называется кафе. Нету фламинго? Я не знаю, что у вас есть необычное, не знаю, устрица есть какая-нибудь? Какие устрицы есть? А какой-нибудь королевской нету? А как так? Я не знаю, я ела королевскую, мне кажется...
Меня просто не слушают, ребята. Капец, мне страшно. У меня жопа сжимается. О чем мне еще и говорить? Ну, по сути, я же выполнила. Девушка, у вас даже фламинго нету, да? Почему у вас ничего нету? Да бывает. Я ставлю вашему ресторану 0. Отвратительный просто. Нормально? Ну, в целом, вроде норм. Но она такая, типа, добрая девушка сама по себе. А, ну окей. Короче, вот собака, да, типа? Ага. Ты подходишь и говоришь, типа, извините, девушка, пожалуйста, я просто художественно работаю. Ну, типа, ага. Мяса сейчас не хватает. Можно вашу взять побольше? Ага. Давай, давай, степень риска. 5. 5? Давай, да. 1, 2, 3. 3. Let's go, пошел. Все. Девушка, извините, пожалуйста, я просто в шаурме работаю, вот. Мясо закончилось, можно вашу собаку? Бро. Нет? Извините, пожалуйста. Такая корова нужна самому. Он просто у нас новенький, извините, пожалуйста, извините. Ладно, спасибо. Извините. Ну, если как... А за фотку? Если поменяете решение, я могу купить, если что. Все, окей. Отсюда не отрываем. Это респект. Я вам говорю, ребята, я генератор жестких, гениальных заданий. Там девушка очень добрая была. Типа она такая говорит, я говорю, а почему у вас розового фламинго нет? У вас же ресторан фламинго называется. Она говорит, ну вот так. Я говорю, я ставлю вашему ресторану 0. Ну ладно, бывает, и все, я ушла. Она говорит, я говорю, какие у вас устрицы есть? Есть. Она говорит, такие, я говорю, а почему королевских нет? Она говорит, ну в принципе таких не бывает. Я говорю, жесть. Женя, там девочка, слышишь, там девочка была с водным пистолетом, она только что нас обрызгала. Забираешь этот водный пистолет у нее, начинаешь на нее стрелять. Давай, степень риска 3. 1, 2, 3. Все, поехали. А где она? Не знаю, где-то... Она с пистолетом... Вот, платье. Извините, пожалуйста, можно у вас взять водный пистолет, пожалуйста, он стреляет? Конечно. Можешь меня пока стрелять? Вот раз, да, теперь можно мне? Все, спасибо. Полностью, все, готовься. Полностью до конца. Давай. Стреляй в меня. Давай, на, забирай. Забери, все, забирай. Стоп, Милана. Нет, Лера с Давидом. Степень риска. Уйти из Суефа навсегда. Поехали. Короче, все. Один. Спасибо. Один? Да. Давай, 1, 2, 3. 2. Один. Блин, не уйдет. Короче, Суефашки, вот такой вот ролик получился. Как вам такой формат? Вроде бы ни у кого не видели. Вот, и ты продолжай. Надеюсь, никогда больше не будем это снимать. Потому что мне мне понравилось. Я ненавижу эту игру. А когда ты пацана подкатывалась? Я тоже социофоб, на самом деле. Я ненавижу просто эту игру. Мне нормально. Вам вдвоем с Женей нужно играть. Мне тоже нравится. Гулять, выходить. Не, Лере вообще кайф. Да? Мне тоже понравилось. Ага, Жень, ты вообще ничего не пополнял почти. Не, это ж не из-за того, что я не отказывался. Ну, поэтому тебе понравилось играть, только задание задавал. Да. Так, давайте не спорить, все равно круто провели день. Ну, а вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам ролик, как вообще вам наш отдых? Мы даже на отдыхе работаем, да. Представляете? Все ради вас. Всем пока, а с вами были Суефа!